До нас сьогодні завітав Олександр Шульга, кухар-аматор, який дійсно знає, як зробити сніданок не тільки смачним, але й гарним і корисним. Вітаємо тебе. Доброе утро, Просипайтесь, ті, хто не проснувся, будемо зараз готувати вкусності. Що ж сьогодні будемо готувати такого смачненького? Значить, смотрите, будемо сьогодні готувати азіатське блюдо, це спрінг-роли. Ну, в принципі, як обычно вони класичні рецепти, готуються з морепродуктами, там все таке. Ну, ми ж підійдемо так, приспособимося к тому, що у нас є. Поэтому будемо виходити з положення. Значить, будемо робити огурчика, перця, яйця і зелені. Вот. Угу. А також соус будемо використовувати. Вот. Ну що, приступимо, да? Давайте розпочнемо, мені вже цікаво. Значить, ну поки наріжемо наші овочі. Угу. Як ми нарізаємо огірки? Ну, в принципі, знаєте, все нарізаємо більш-менш соломкою, щоб потім було, во-первых, удобно резати його, нарізати самі спрінг-роли. І кушати. Угу. Зрозуміло. А чому ти обрав саме цю страву сьогодні для презентації для наших глядачів, щоб вони могли потім це повторити? Ну, во-первых, тому що це блюдо довольно-таки легко готовиться. Ну, в принципі, все, що потрібно утром, да? Ти встаєш, тебе нічого не хочеться робити, вообще там чашка кофе, до свидания, все, який там завтрак уже. Ну, я лично по себе так скажу, тому що лично я, ну, щоб я позавтракал, это просто нонсенс какой-то, потому что ну, у меня не хватает времени на это, потому что это надо готовить, это все долго. И це мені зараз скаже, що йому не хочеться готувати. Да, да, вот. Ну, утром я не хочу такого делать, вот. И поэтому это блюдо довольно-таки быстро готовится и полезное, оно очень полезное. То есть сейчас особенно сезон на все овощи, на все, все различное, поэтому можно експериментувати. Угу. Давай трошки познайомимо з тобою наших телеглядачів. Ми знаємо, що ти нещодавно брав участь в одному з відомих кулінарних шоу в нашій країні. Чому особливого такого ти навчився, що, можливо, які знання для тебе стали найголовнішими? Ну, безусловно, я навчився дуже многому. В основном это база, то есть это все техники, там, нарезки, ну, различные, все. Вот, просто начиная от того, как делать презентацию, как успешно ее сделать, да, красивой, то есть от самих основ, и заканчивая там уже, ну, сочетание цветов, там, все, чтобы так было, ну, идеально, то есть на презентации. А ось поділись з нами секретом, як зробити, ну, можливо, є якийсь лайфхак, як зробити презентацію дійсно гарною, щоб дивишся зранку, думаєш, боже, яку ж красу зробила. Ну, смотрите, во-первых, тарелка ваша, да, вот, допустим, если на этой взять пример, да, то она никогда не должна быть переполненной, ну, выглядеть. То есть, да, я понимаю, мы привыкли по-домашнему так, нагрузил тарелочку, тогда полную, так, с горой, и кушаешься. Но в ресторане, блюдо ресторанного уровня такого не делается. Вот, то есть все по минимуму. И в основном вот рассчитывать нужно. Вот если вы, допустим, делаете презентацию с одной стороны, то стараться на другую часть тарелки как бы не вылазить, туда ничего не ложить. Или же есть такой вариант, если вы хотите что-то по центру положить, то, ну, старайтесь так от вокруг все облажувати уже, по мінімуму, тоже так. Зрозуміло. І вже, так, із цього ісходити. Не все так просто з цією презентацією виявляється. Ну, навчитися можна. А ось яке у тебе стало улюблене блюдо, яке тобі подобається готувати, якого ти навчився на цьому проєкті? Ой, чесно, я, ну, мені, наверное, сложно сказати, що іменно прям любимое, от. У меня прям любимых блюд, честно, не. Ну, вот, нравится мне. Ну, то, что тебе не подобается готовить, мы уже зрозуміли. Да. Вот то, что больше всего я люблю готовить, это десерты и, наверное, штрудель, да. То есть три вида штруделя, да. Особенно с вишней я люблю. Это, о, вишня, это все. Там мама пирожки с вишней делает, все, там что-то с вишней. Я только слышу вишня, все, можно не продолжать даже, я буду есть это 100%. Ой, Сашко, ну, мабуть, вся наша редакція нового дня поїде тебе в гості на штрудель, тому що вишню ми також дуже сильно любимо. І приїжджайте, приглашаю вас. Будемо куштувати твої десерти. Ще чому навчився, ділися з нами, які ще блюда тобі сподобалися? Ну, какие еще блюда? Ну, наверное, там. Що було найважчим, але ти саме цю гору, цю вершину досяг і кажеш, тепер я це вмію готувати, прикликати, дивіться, я тепер
справжній мастер-шеф? Ну, чесно, скажу так. Во всіх блюдах були свої, ну, свій негатив і позитивні такі моменти, да? Тобто, мені практично на одному рівні все давалось. Mm-hmm. То есть везде были свои сложности и везде были свои плюсы. Mm-hmm. Вот, поэтому... Так, а теперь, значит, будем нашу бумагу замачивать. То есть мы уже нарезали. Mm-hmm. Так. Ух ты, яка! Да, ну вот рисовая бумага. Значит, в принципе, ее недолго нужно замачивать. Вот, достаточно будет того, чтобы вот с двух сторон обмакнуть ее просто, mm-hmm. и все. То есть, видите, она до сих пор все еще такая, ну, твердоватая. Но со временем она сейчас полежит и размякнет. Все набережно щитую. Да, да. Можно будет с нею робити смакоту. Да. Так, дивись, мы с тобой нарезали овощи, мы с тобой нарезали яйца, у нас есть салат. Салат мы нарежем? Салат, ну, в принципе, салат можно и не резать, но mm-hmm. можно так, знаете, вот, допустим, ну, можно порвать даже. То есть салат потом, в конечном итоге он будет давать саму картинку и, то есть, именно с эстетической стороны. Ага, да, вид у нас тут только для красы. Да. Не, ну для вкуса тоже, вот, но все же, вот видите, то есть, ну, можно так порвать. Если вы хотите, можно просто взять, порезать его меленько, тоже mm-hmm. добавить, как бы. Ну, ради эксперимента мы сделаем, значит, один мы оставим, один мелко порежем. Вот. Добре, давай. Будет два этих. Ну, значит, экспериментуем. Да, значит, берем наши огурчики. Угу. Вот, ну, влаживаем где-то примерно вот с самого начала, потому что потом угу. мы будем закручивать, вот, чтобы нам было уже удобно. Так, перец. Перец, да. Також выкладываем. Ну, пока еще все просто. Знаешь, все разумеешь, что действительно, зранку да, такое сделать, это не да, важко. Сложного, в принципе, нет, главное, чтобы было уже... Ну, то есть, и продукты не такие прям сверхъестественные, как вы видите. И какие у каждого да. холодильника. То есть, у нас, у каждого, ну, я на 100% уверен, такие продукты дома есть. Поэтому, ну, я не вижу здесь каких-то... Здесь все с Украины, как бы, я ниоткуда не привозил это. Зрозуміло. Вот. Значит, начинаем закручивать. Ось так, тихенько. А да. вона може порватися? Да. Необхідно нам... дивитися для того, щоб... Да, вона може порватися. Вот, смотрите, получается, тут ми подворачуємо наші... А, ровно такий конвертик. Бока, да, такий конвертик, щоб вони були красиві потім. Угу. Вот, то есть вона сама по себе, от ми намочили її, вона вже така гібка стала, і вона вже склеює далі наші інгредієнти всі там, які є. Угу. То есть важно ще, що, смотрите, сама рисовая бумага, если вы, вот, смотрите, видите, как я сделал, получается, вот, вот как она получилась, держится, видите? Uh-huh. А то есть, вот, многие допускают такие ошибки. Неплотно скручивают, прижимают все ингредиенты и неплотно скручивают саму бумагу. Поэтому она потом, во-первых, разваливается, uh-huh. и спрингролл потом просто не получается. Ну, такое, uh-huh. ну, как бы не очень красиво получается. То есть, а вот, когда мы ее сгорнули, она прилипла одна до одной и теперь не раскрыется? Нет, все, то есть она вот... Палочка такая получилась себе, вот, и то есть mm-hmm. она теперь не раскроется, вот. То есть пока мы выложим, ось так. положим, да, одну сюда. Значит, и, как я обещал, одну мы сделаем mm-hmm. сейчас мелко пошинкуем. Ось я сказал, проэкспериментуем, ты часто экспериментуешь на кухне, когда готовишь? Честно, вот, особенно после мастер-шефа, то я постоянно, постоянно экспериментирую. Вот если, так скажу, если до мастер-шефа я был, так, приспешником только классики, все у меня там по рецепту, так, все пропорции, все такое. Да сейчас, боже мой, там, захотел того положить, там, положил, там, захотел куда-то чеснок положить, положил, захотел там куда-то тимьян, розмарин, то, ну, везде. То есть не бойтесь экспериментировать, потому что... Ваши блюда, господи, потому что если вы экспериментируете, то вы открываете для себя новые вкусы mm-hmm. уже. А ось які смаки найнепоєднувальніші ти робив? Ой, чесно, я даже ось не... я, наприклад, люблю гіршицю з салом і шоколадом. Ось люблю я її і все. А ось що тобі подобається найбільше? Что мне больше всего нравится, это, наверное, боже. О, вот, пару дней назад, знаете, что я сделал? Mm. В общем, мама сделала, значит, пирожки с вишней, да. Сделала... Ось все ж таки він хоче запросити на новий день гості. Да. Пирожки с вишней, значит. И получается, я делал соус из кабачков. Ну, картошки, mm-hmm. то есть, не обычно как бы соус для блюд, как делается, а такой, как второе блюдо. Mm-hmm. Вот, и получается, я, когда жарю вот эти сами кабачки,
Я взял пирожок, я взял парочку кабачков, и мне так вкусно было. То есть вот это какое-то сочетание сладкого и вот этих вот просто обычных, ну не соленых вообще, а обычных просто пожаренных кабачков. Ну, ну как-то так было. Ну это, конечно, да, странно очень звучит, но все же мне було, чесно, вкусно. Вот, але все ж таки дуже да, смачно. Ну все же вкусно, і я потім прям. Ось ти не раз сказав, мама готує, я готую. А не було такого, коли повернувся з проекту, що сказали, ну все, тепер в сім'ї готуєш ти. Ну, але в принципі, так знаєте, так не говорять прямо, но. Так воно і є. Да, так оно и есть, так, вы знаете, намеками. Так приезжаю, значит, вот, особенно после мастерских шеф, да, приезжаю такой домой, там, еду, и такой звоню, мам, так, ты иди купи то, я хочу то приготовить, там, что-то определенное, да, блюдо какое-то, она, ой, хорошо, все, купила, я приехал, значит, я, в общем, стою там, да, там, что-то жарю, параллельно делаю несколько процессов, и там, допустим, если не успеваю за чем-то следить, говорю, там, мам, ну, поди там, последи, что-то перемешаю, может, она, это ты взялся, все ты делай, я пошла отдыхать, все, это понятно. Ничего себе. Да. Тобто заганяли тебе у сім'ї, ти тепер відповідальний по кухні. Вічний черговий. Ні, ну, в принципі, не сильно прям так уж ми, не сильно так уж і на мене скинули всі обов'язки, а ми по очереди готуємо. Вот, да, з мамою. Зрозуміло. Вот, і, в принципі, от ті зараз ми листики положимо. Ми ж пам'ятаємо, друзі, що ми експериментуємо. Один ми робили з міленько нарізаними, а тепер просто порвали. Да. И то есть, как вам больше нравится, ну, лично я люблю, когда в блюде чувствуется каждый ингредиент. То есть, я не люблю, когда мелко, очень мелко все нарезают, и, ну, это потом как каша смотрится. Ну, не знаю, это лично субъективное мнение, вот, поэтому... Ось так, ось хочеться зараз сказати своїй мамі, що я не просто лінуюсь міленько все нарізати, я просто не люблю, щоб була каша. Да. Сашко, а ось скажи нам, будь ласка, окрім цих інгредієнтів, які ще можна покласти і які є ще варіанти начинки? Смотрите, ви можете совершенно любі інгредієнти положити в ваші спрінг-роли. Тобто це може бути, як і люба якась, ну, колбаса, я не знаю, тобто якісь, може, м'ясо, може бути, це буде отварне філе курицы. Тобто це все, що ви захотите, ви можете положити в свої спрінг-роли. Вот, и то есть уже делать так, как вам хочется. Это улюбленные ингредиенты. Да, да, то есть креветки вы можете положить туда, ну все, все что угодно. Вот, и поэтому у нас получился вот такой вот, с непорезанным, значит. Так, ну а теперь переходим, собственно, до презентации. Так, немного наширил тут. Теперь мы дізнаємо все ж таки, що ж це за секреты презентации. Значит, презентацию я буду делать все же на доске. Вот, в принципе, выходим из ситуации, просто переворачиваем нашу доску. Ось такі вони хитруни. Да, вот, вот так вот можно сделать тоже. Вот, смотрите. Ну, как бы, вы можете их не разрезать, вы можете просто брать их уже, вот, допустим, в соус макать, там, соевый соус, вот, допустим, какой у меня тоже соус, кисло-сладкий. Вот, и получается, ну, я разрежу все-таки, вот, мне так больше нравится. Мы покажем, какая же у нас на самом деле краса. Вот, смотрите, вот так вот выглядит в разрезе. Ну, то есть, такие вот. Ну, то есть, если было бы еще по поводу цветов, то вот если было бы еще, допустим, морковка, то есть, не бойтесь ложить побольше чего-то, разных ингредиентов. То есть, оно придаст вашему блюду, во-первых, и, ну, оно будет красиво. Ну, как говорят, мы прежде всего едим глазами, вот, поэтому, вот. Еще бы хотелось есть. Да, и вот как вот этот выглядит в разрезе. Ну, ты знаешь, все ж таки обираю те, как ты и раньше казав, коли крупненько все нарезано, действительно выглядит гарніше. Да. Вот, поэтому сейчас, значит. Це ти, звісно, переконав. Ось так. Ага. Друзі, ви запам'ятовуєте, що ми робимо? Ми одненьку на одненьку поклали. Поруч ще одненьку. Хатки якісь будує. А ні, не хатки. Гарненько вийшло. Вот. І то есть для презентації ви можете взяти, ну, любую зелень. Це може кінза бути, це може бути, ну, вот, як у мене зараз, це петрушка. Вот, и петрушкой уже украсим наши, наши, значит, спринг-роллы. Ось так. Мы просто поруч кладем. Да, точно так вот. Я, ну, вовнутрь не добавлял. Вот, а вы можете... Так, вот. Ну, и то есть, также у меня есть еще кунжут. Вот, я присыплю немного кунжутом. И это будет...
ще останній штрих художника. Штрихи такі от. Ось так. О. Вот. І тепер все. Вже точно можна смакувати. Да, тепер вот все, блюдо вже готово. Вот. Ми завершили. Вот также, ви ж говорю, можете ще полить соусом, mm-hmm. либо просто рядом поставити, в пиалочку взяти, набрати. Mm-hmm. І все, і кушати. Дякуємо тобі, Сашко, що сьогодні допоміг нашим глядачам вибрати, що вони будуть робити собі на сніданок. Я думаю, що тепер до магазину збігають, візьмуть собі ще рисовий папір і зможуть приготувати ось таку смакоту.